Ты чё, у меня есть? Привет, чуваки, с вами я, Дикер Панец, и сегодня ты чё, опухлел? И сегодня... Тихо. И сегодня со мной... И сегодня со мной жирненькая жопка. А что за... Дрот твоя жена. Оп, у меня тоже есть. Ну, ты немножко задрот ей. О, откуда у тебя железка? В сундуке взял. В кузнице. Стоп, я ж только что его потратил. Я тебе просто железо дал, а я меч железный взял. Там меч есть уже. А я себе крафтовал меч кирку заранее. Вот ты дурак, жир. Не, кирку, я же алмазы найдем. Пишите хэштег Димка жирная попка. Это попка, и человек. Попка. Дебил! Нифига. Дебил, блин, у меня полтора сердечка оставалось. А, я думал, тут новый раз убивает. Зато кушать не хочешь. Ну, хотя бы что-то в плюс. Малейкум. Пишите хэштег. Давай, ты попробуй что-нибудь сказать. Дипер. Ботиночки. Харе меня бить. И ботиночки. Ну да, крути ботиночки. А мы поделимся ботиночками. Фу тебе. Да ты что, оборзел? Сейчас я тебя плюну. О, все, плюну. Только не мечом плюй, я ж тебя кулаком. Фу на тебя. Ах ты. Фу. Я тебя хпу сейчас как. Все, харе, короче. Обоссу. Кстати, тебя. У нас печек нет. А вот смотри, что нашел. Это твои как бы. Мне не надо, у меня есть ботиночки. Которые ты снял? Я знаю, что я сейчас сделаю. Пернешь. Дай я тебе шамарну ими. Не-не-не. Что произойдет? Ой, точнее, я забыл, что дёб есть. Подожди. Шмяк. Поник. Давай. Гони тапочки. Вот я так вот у меня поделаешь между ног и верну. А не пошел бы ты в пятую точку. В пятую точку феличиты. Феличита! У нас теперь две этих есть. Нюхни ты кучу. О, крипы, чувак! Бразы. Лысый из Бразерс. Ты знаешь, что такое лысый из Бразерс? Бум! Сюрприз, мадафака! Вот и водичка бесплатная. И камешек. Я говорю, сделай так у меня между ног. Ребята, кто знает... Олега Брейна? Нет, Шедов Присток, Эдисон ПТС. Ну, это просто можно назвать Эдисон. Мистика, Лагер. Вот, ставьте на них лайки. Они... Вот, ребята, вот, особенно за Лагер. Вот, я сегодня смотрела новое видео и вчерашнее. Он, у него просто там пукан. Ё-моё, бомбящий был. Посмотри на меня. Знаешь, что я смотрел? Что? Я смотрел, как Мистик Лагера. Да смотри на меня. Я понял, что ты хочешь. Да смотри, ну посмотри. Нет такого. Пусть подписчики такого посмотрят. Такого нету. Посмотри, подписчики. Нету такого. Отца. Нет, пусть подписчики посмотрят, что Мистик Лагера. Ну покажи меня. Покажи, не бойся. Чё? Они вот, чё, ну смотри. Вот я, вот чё. Ладно, шучу, там лагерь. Там лагерь Мистика. Вот так. Да, естественно, это ж лагерь, ты что думал? Так, динамитом его так тык-тык-тык-тык-тык. Эдж динамит. А я смотрел, вот знаешь, что реально я смотрел? Я смотрел Майнкрафт машинима, почему лагерь любит ТНТ. Я тоже смотрел, типа... Типа криперы и его родители. Ага, Мистик мама, потом они типа, все, типа, всем привет, с вами. Всё понятно. И начали типа видео снимать. Да, друг у друга так отца. Эй, ребят, Дипер шутит. Да, они крутые чуваки. Для меня они просто боги. Боги. Кстати, ребята, кто боги. Знает Мазяку, ставьте лайки. Он бог грифа просто. Кто знает Don't Worry? Знаете Don't Worry? Ну, кто знает, короче. Да. Ой, ёхали его, боги. Кто знает Buddy World? Вот этот, который... Hello, everybody, с вами Buddy. Йоу-йоу. Да ты задрал. Я тебе пощёчину даю. Я тебе сейчас сам дам. Нахал. Да я пошу спокойно. Нахал. Пошел за. Азаза, азаза. Разаза, азаза. Не убивай. Я не буду. Кстати, вот там. Пердун.
Нет, это мой сундук, типа я куда вещи буду, а там. Типа, куда ты будешь срать? Нет, ты. Меня Димке дали новый лоток. Вот он всегда говорит. А там тебе. А там тебе. Сумочка ты. А ты что не сказал, что у тебя вещь этот мало хп, ты что не сказал, чувак? А где мои вещи теперь? Не знаю. Жиробасик. Наверное, на улице. А вдруг я насрал в них сундук? А-за-за! Это, наверное, меня был наказал за то, что я тебя слил. Да. О, прикинь, они выпали откуда-то. Я ж тебе говорю. Магия. Магия твоя жена. Это ты. Нет, не твоя жена, тебе как раз говорит. Я ж тебе говорю, нет, ты не моя жена. Ну вот, моя жена красивей. У тебя еще нет, школьник. Ты как бы тоже школьник пока. Ну я в 6 классе, ты в 4. Да, и шо? А еще. Кстати, ребята, если хотите, чтобы я заснял обзорчик нашей школы, то ставьте лайки. И что? Если мы наберем 5 лайков, то мы с мисс... Ой. Ага. С Диппером снимем обзор нашей школы. 5 лайков. И наша школа у вас. 5 лайков. Это, мне кажется, вам не сложно. Это 100%. Да, как раз 5 человек. Или да что ты ржешь, все равно это наши друзья. Да, а на меня какие-то люди. Вот кстати, Князев 12 вроде. Князев 12, я на тебя подписался. Да, бабай! Ты обещал взаимочку. Я обещал пиар. А что значит пиар, чувак? Пиар это как бы говорят, типа, подпишитесь на этот канал и оставляют ссылку в описании. Ну. И так шоу. Вот, Князев. Где пиар? На эту. Где на меня подписочка? Ой, будильник. Выключить. Попарачи. Да, подожди. Можно чуть-чуть еще. 5 минуточек, наверное. Так. Так вот, где пиар? Если ты это видео, конечно, смотришь. Да-да. Ну, да, кстати. Давай, чувак, не ленись. Вставай, жопу поднимай. И мы тебе пернем в нос. Нет, нельзя так говорить. Давай по... Сорян, мне просто по приколу. Князев 12. Давай, чувак, не ленись. Подписочка. За тобой, кстати, до сих пор, да, подписочка. За тобой подписочка и пиар. Не забывай. Ну, блин. Кстати, в этом ролике что-то я никому не собираюсь передать привет. Хотя нет, хочу Андрею Рикадзе. Рикадзе. Я в школе, когда у нас в школе он учился, я его шимпанзе называл. Рикадзе шимпанзе. Шампанзе. Шампанзе. Ладно, он не Рикадзе, а Рикадзе. Просто его один раз так Рикадзе назвали. Миху, паркур! Я угорал над этим Рикадзе шимпанзе. Хрень мне прикал. Подкалывай, чувак. Ну ты же не Андрей Рикадзе. Ну, именем этим хоро меня подкалывает. Так. Ладно, я передаю привет Андрею Рикадзе. Пукадзе. Пукадзе. О, я нормуль поел. Как твой ужин сегодня? Дорогой, где ты был? Срал. Пшел в зад. Нет, срал. Странно, но футболка ничем не пахнет. Дорогой, где ты был? В заднице. А, нет, дорогой, где ты был? Бегал. Странно. В сраке. Но футболка не пахнет. Дура, я бегал в другой футболке. Дорогой, где ты был? Азаза! Бегал. Чёрт, знаешь где? Странно, но кроссовки сухие и совсем не пахнут. Смотрю, ты не знаешь. Дорогой, где ты был? Бегал. Где я? Нет. А чё? Фиг через зачем? Там, конечно, по-другому. Здорово, Азаза. Здорово, только. И ты, кажется, тонешь. Кстати, чувак, добей меня до конца. Дорогой, где ты был? Чувак! Писал креативы. Да можешь кулака, чувак. Да что, ты не мужик. Мужик. Давай, мочи. Бей слегка! Лузер. Стой, подожди, у меня... Бей! Бей, на. Бей опыт. Взял. Ня-ня, дам. Да не надо как бы... Дорогой, где ты был? В заднице.
У соседки. А странно, но футболка сухая и совсем не пахнет. Да ты что, с ума сошла, я ну. Да ну ты что, не ты что, домой быстро, на по попе. Ты охренел? Тихо, тихо! Будь нормальным человеком. Я и так нормальный. Угу. Кстати, я сейчас снимаю... Ты ГМУ. Я сейчас снимаю не как обычно, а в подъезде там все мы снимаем. А потому что там вещи. Как бы... Тихо, тихо, чувак, мало ХП осталось. Окей. Там, давай ты вещи. Там все орут, типа... Все. Там ор выше гор. Чего? Это такой мимас, ор выше гор. Угу. И там все орут прям... Все дебилы, у все, да? Нет, вот эти вот все мои друзья, Антон, Егор. И тут мы как бы у Димки спокойно вот так сидим, играем, никто не мешает. Это как бы мой дом. Ребят! Ты жив? Так. А я нет. Ребята, вот сейчас мы вот сидим, вот у меня есть папа, да, он сейчас дома. Я вам у всех скажу. Он есть. Ну, вот он, ему все равно. Да. Вот, что у меня свой канал, вот это всякая мама. Ой, что-то типа дебил, вот это всякое. Нет, не знаю, маме пофигу. Мои уже тоже. Ну, вон ты свои вещи-то добил, собери. Добил, я их в сундук положил, добил. Ты добил? Вон о, твои ботинки поножи. Точно забыл. Вот добил. Вот добил твой муж. Бодибилдинг. Hello, everybody. С вами... Блин, надо ше... Опа. Кстати, ты в курсе, мы уже кровать одну можем скрафтить. Hello, everybody, с вами Банни. Чувак. Что? Срочное дело. А мы можем на одной кровати так... Ты сначала, потом я. Ты чё, я не такой. Нет, по очереди. Спать. Спанпоинт. Чувак, говнопоинт. Сейчас... Кстати, помните, мы говорили про читы? А, Диман, ты уже объяснял? А, я же... Пока нет. Своим не объяснял просто. Что-нибудь. Да, потому мы что как 0-14. Бы... Да, мы хотели 0-16-0, но у нас не получилось. Печалька. Что за хрень? И, кстати, пишите в описании... А, нет, в комментах хэштег BestCraft говно. Да. Прикиньте, а короче, чё. Стоп, ребят. Не-не-не, вроде он не говно. Я что-то от пацанов всяких был написан, типа вайп прошел. Нет, ты слушай. Слушай. То есть смотри, ребята, как бы недавно я как бы удалил 0.14.3 и скачал 0.16.0 опять. И 0.16.1. Разница какая. И да. Чё, захожу я, короче, на BestCraft, смотрю, типа, ну, свое имя вписываю, не буду называть его. Хотя могу назвать, все равно мой пароль, знаете. Пердун Пукан 123. Это был его ник. Он по приколу, когда ему... Я, короче, ему подсказал сервер, он так себе не написал. Ну, и мы потом с ним играли на этом сервере. Да, он построил, мы... Я закрываю. Да. И добавил меня как админ... Ой, владельца. Мы два владельца. Да, я тебя добавил. Кстати, да. Да, и я что, удалил 0.16.0, скачал 0.14.3, играл с друзьями. И потом что? Оказалось, я опять скачал 0.16.0. Сейчас не получится отдохнуть, рядом бродят монстры. И так вот, я скачал, свой ник вставил и пишу холм. Ну, свой, передум по концу смотрю. И пишу. Холм пи. Холм пи пишу. И там ты что? Ты жрать не хочешь, у меня У вас нету такой точки доступа. Знаете, ой, точки доступа, точки дома. Знаете, там два хлеба. Да не надо. Я такой, чего? Нет. Серьезно, типа нету точки дома? Ой. И чё? Я такой офигел, думаю. Пацан, чувак, давай я просто вот так вот сделаю, давай ложись. Я такой подумал, типа, чё за фигня? Я отключу, да у меня сейчас надо будет от все прощаться, мне надо будет со своими чуваками. Ну, пофиг. Так вот, я такой думаю, всем привет. Правда? Типа, реально, типа... Я такой... Серьезно, смотри, где я. Я такой пишу RG-лист. Блин, надо спать быстрее. Я такой прописал. Ой, я тебя прошу. РГ-лист. И у вас нет регионов просто. Вот вообще просто. Я офигел тоже. И я ему такой пишу. Чувак, ну, в ВК пишу. Чувак, прикинь, чё? Он говорит, чё? BestCraft, я такой пишу. BestCraft говно. Он говорит, в смысле?
Я говорю, как бы нашу точку дома удалили. Ну ладно, чуваки, с вами я, Дипер Пайнс. Всем пока, всем.